Мать – самый главный человек в жизни каждого. О ее многочисленных качествах сочиняют стихи и романы, поются песни. И это не случайно, только материнская любовь с годами не ослабевает, а становится сильнее. Так считают и мамы Брещины, которые за свою жизнь в процессе воспитания детей примеряют самые разнообразные образы – врача, учителя, воспитателя, но не жалуются на нелегкий труд, а лишь делятся секретами семейного счастья. Сама доктор детям, потому что когда ребенок заболел, я уже знаю, что мне нужно дать. Потому что дети болеют, и то есть пока доктор придет, уже я что-то предприняла, скажем вот так вот. Ну, опыт, конечно, есть, потому что первый ребенок это был, ничего не знаешь. Второй ребенок, скажем, тоже так же. Ну, а сейчас опыт большой. Мамой быть трудно, но справляюсь, как бы я привыкла, мне не тяжело. Готовить надо много, там, убирать, за ними стирать, вот. Ну, справляемся. Действительно, для каждой женщины счастье – это ее дети. Но родить ребенка и стать матерью – это не одно и то же. Быть мамой, а тем более многодетной – это труд. По тяжести с ним не сравнится никакая другая работа. Поэтому столь высокие награды вручаются многодетным матерям, а звание «мать-героиня» – это высшая степень отличия. Несомненен и тот факт, что многодетные семьи поддерживаются государством на всех уровнях, поскольку оно заинтересовано в том, чтобы демографическая ситуация в Беларуси улучшалась. Государством проводится очень серьезная поддержка семей. Ну, вы, наверное, слышали, эти семьи, которые имеют 5 детей и более, государство им выделило квартиру. Кроме этого, ежемесячное пособие. Эти пособия с каждым ребенком возрастают. Ну, вы, наверное, слышали инициативу президента о том, чтобы так называемый материнский капитал на рождение детей уже определенную сумму денег закладывать. И, конечно, когда экономика будет работать лучше, все это, конечно, будет. Так что не только орден, но и любая поддержка. Это орден-то чисто моральная поддержка, а материальная поддержка – это вот пособия, квартиры, льготы какие-то и в детском садике, и в школе, и везде. Для многодетных детей, семей есть. Труд матери бесценен, ведь именно она, несмотря на усталость и свои личные проблемы, придет на помощь и никогда не оставит в беде своего ребенка. Не всегда легкими бывают ее будни, но тем не менее она всегда одарит улыбкой и скажет добрые слова напутствия своему чаду. В этом и есть для нее настоящее счастье – отдавать тепло и дарить любовь. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.